Кришна, Кришна. Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем читать сегодня молитвы олицетворенных вед, глава 87. После меня тогда Таруни, Абхайадити, Ананда Севья. А, Ананда Севья. Ее нету, да, сегодня? Так, Вишака Каруна. Тогда после Абхайадити, Вишака Каруна, Радханама и Эльмира. Радханама слушает, написала. Слушает. Шакаруна Эльмира. Сегодня читателей у нас немного. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Кто-то может выдвинуть такой довод, поскольку все живые существа, порождение материальной природы, они равны и независимы. Однако в ведических писаниях сказано, что Верховный Господь оплодотворяет материальную природу, и только потом из ее лона появляются живые существа. Поэтому индивидуальные живые существа обязаны своим появлением на свет не только одной материальной природе, подобно тому, как ребенок обязан своим рождением не только матери. Прежде чем ребенок появится на свет, женщину должен оплодотворить мужчина. Ребенок, родившийся у женщины, плоть от плоти мужчины. И материальная природа, производя живых существ, действует не сама по себе. Живые существа попадают в лоно материальной природы после того, как ее оплодотворит Верховный Отец. Поэтому довод о том, что индивидуальные живые существа не являются частицами Всевышнего, несостоятельны.
Так различные части тела не могут быть тождественным всего тела, но тело управляет действиями своих частей. Точно так же неотъемлемые частицы Верховного Целого всегда зависимы от Него и подчинены Ему. В Бхагавад-гите подтверждается, что живые существа – неотъемлемые частицы Кришны, Мама и Вамша. Поэтому ни один разумный человек не согласится с тем, что сверхдуша и индивидуальная душа относятся к одной и той же категории. Они равны качественно. Но количественно сверхдуша всегда превосходит индивидуальную душу. Индивидуальная душа всегда подвластна сверхдуше. Таково заключение вед. Передаю слово. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогой Махарадж, дорогие преданные. В этой связи важное значение имеет слово «ян майя» или «чин майя». На санскрите «майя» значит «преобразование», а также «достаточность». Философ Майявади утверждает, что слово «ян майя» или «чин майя» означает, что живое существо всегда равно Всевышнему. Но тут надо учесть, в каком значении употреблен аффикс «майят». Живое существо не может обладать чем-либо в той же степени, что и Верховная Личность Бога. Отсюда следует, что аффикс «майят» не может означать, что индивидуальное живое существо обладает всем в полной мере. Индивидуальное живое существо никогда не обладало достаточным знанием, иначе как оно могло оказаться во власти майи, материальной энергии? Поэтому, употребляя слово «достаточность», необходимо всегда учитывать размеры живого существа. То, что Верховный Господь и живые существа обладают единой природой, не значит, что они одно целое. Каждое живое существо индивидуально. Если бы индивидуальные души были тождественны друг другу, то освобождение одной из них повлекло бы за собой немедленное освобождение всех других. Но в действительности каждая индивидуальная душа по-разному наслаждается и страдает в материальном мире. Харе Кришна, передаю слово. Харе Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите мои поклоны. Второе значение слова «майят» – преобразование, а иногда оно означает также побочный продукт. Имперсоналисты считают, что сам Брахман облекается в различные тела, и что это его лила, игра. Однако есть сотни и тысячи форм жизни, есть люди, полубоги, животные и так далее, которые живут в разных условиях. Если все они были равномогущественными эманациями Верховной Абсолютной Истины, об их освобождении не шло бы и речи, поскольку Брахман уже освобожден. Майявади также утверждает, что в каждую эпоху от Брахмана исходят различные тела, а когда эпоха заканчивается, все они сливаются воедино, и многообразия больше не существует. По их представлениям, в следующую эпоху Брахман снова облекается в различные тела. Если согласиться с этим, придется признать, что Брахман изменяется. Но это не так. Согласно Веданта-сутре, Брахман по природе своей исполнен блаженства, поэтому он не может превратиться в тело, подверженное многочисленным страданиям. В действительности живые существа – мельчайшие частицы Брахмана, поэтому они могут оказаться во власти иллюзорной энергии. Эти частицы Брахмана подобны искрам, радостно плещущим в пламени огня. Однако иногда они попадают из огня в дым, хотя дым – это другая форма огня. Материальный мир подобен дыму, а духовный мир – пылающему огню. Под влиянием иллюзорной энергии бесчисленные живые существа порой падают из духовного мира в материальный. Однако они могут вновь стать свободными, если обретут истинные знания и полностью очистятся от материальной скверны. Передаю слово. Харе Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, мои поклоны. Асура считает, что живые существа рождаются в результате соединения материальной природы, пракрити с пурушей. Эта теория даже также несостоятельна, ибо материальная природа и Верховная Личность Бога существуют вечно. Ни материальная природа, ни Верховный Господь не рождаются. Верховного Господа называют Аджа, нерожденным, а материальную природу именуют Аджа. Оба эти слова, Аджа и Аджа, означают нерожденный, поскольку и материальная природа, и Верховный Господь являются нерожденными, они не могут зачать живых существ.
В Ведах говорится, что когда вода соединяется с воздухом, образуются бесчисленные пузырьки. Точно так же, когда Верховная Личность Бога обращает взгляд на материальную природу, в материальном мире появляются бесчисленные живые существа. Пузырьки в воде бывают разной формы. И живые существа под влиянием гун природы появляются в материальном мире в разных телах и попадают в разные условия жизни. Можно с полным основанием говорить, что живые существа в материальном мире получают различные тела людей, полубогов или животных, потому что обладают разными желаниями. Никто не может определить, когда у них возникли эти желания. Поэтому в Писаниях сказано «Анади карма» – установить причину появления живых существ в материальном мире невозможно. Никто не знает, когда живые существа попали в материальный мир, но очевидно, что когда-то это произошло, поскольку изначально каждое живое существо – духовная искра. Подобно тому, как искра когда-то упала из огня на землю, так и живое существо когда-то пришло в материальный мир, хотя никто не может сказать, когда именно. Передаю слово. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Даже когда происходит разрушение Вселенной, и все обусловленные существа погружаются в духовное бытие Господа, где покоятся, словно в глубоком сне, в них остается их изначальное желание властвовать и наслаждаться в материальном мире. И когда материальный мир создается вновь, они вновь появляются в разных формах жизни, чтобы осуществить свои желания. Живые существа, слившиеся со Всевышним во время разрушения материальной Вселенной, сравниваются с медом. В медовом соте сохраняется аромат различных цветов. Когда мы едим мед, нам трудно определить, с каких цветов он собран. Но чудесный вкус меда говорит о том, что в нем сочетаются различные ароматы. Еще один пример. Когда реки впадают в море, их вода смешивается с морской водой, но это не означает, что сами реки перестают существовать. Хотя Ганга и Ямуна впадают в море, обе эти реки остаются самими собой. Во время разрушения Вселенной живые существа сливаются с Брахманом. При этом погибают только их тела, а сами живые существа с их различными качествами остаются в Брахмане до тех пор, пока материальный мир не будет создан вновь. Соленый вкус воды отличается от сладкого вкуса воды из Ганги, и эта разница не исчезает. Так и разница между Верховным Господом и живыми существами не стирается, хотя они как будто бы сливаются во время разрушения Вселенной. Это значит, что даже после того, как живые существа чистятся от материальной скверны и перенесутся в духовное царство, их качества в отношениях с Верховным Господом останутся индивидуальными. Хари Кришна, передаю слово. Ананда Севья, Арина и Падма Марина. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Махарадж, дорогие преданные. Олицетворенные веды продолжали. О, возлюбленный Господь, поэтому мы провозглашаем, что все живущие в этом мире находятся во власти Твоей материальной энергии и, заблуждая, считают Тебя порождением материальной природы. Поэтому они беспрестанно меняют тела, забыв о том, что вечно связаны с Тобой. Пребывая в невежестве, они отождествляют себя с различными формами жизни. Те живые существа, которые получили тела людей, в особенности отождествляют себя с определенным сословием, народом или расой, с той или иной религией, забывая, что изначально они твои вечные слуги. Находясь в плену ложных представлений о жизни, они продолжают вращаться в круговороте рождения и смерти. Из многих миллионов людей один может стать достаточно разумным и, общаясь с чистыми преданными Господа, обрести сознание Кришны. Только тогда он освободится от ложных материальных представлений о жизни. В Чайтанья Чаритамрите Господь Чайтанья также говорит о том, что живые существа странствуют во Вселенной в различных формах жизни, и если одно из них, по милости духовного наставника и Верховной Личности Бога, Кришны, становится достаточно разумным, оно обретает сознание Кришны и начинает служить Господу. В Писаниях сказано: Харим вина намритим таранти. Без помощи Верховной Личности Бога ни одно живое существо не может вырваться из круговорота рождений и смертей. Иначе говоря, только Верховный Господь, Личность Бога, способен освободить обусловленную душу из цикла перерождений. Передаю слово.
Хари Кришна, дорогой Махарадж, Хари Кришна, дорогие преданные. Заранее извиняюсь за посторонние звуки, я не дома. Олицетворенные веды продолжали возносить Господу молитвы. Неодолимое время, прошлое, настоящее, будущее и материальные страдания, приносимые сильной жарой или холодом, рождением, смертью, старостью и болезнями, все это лишь твои нахмуренные брови. Все совершается под твоим надзором. В Бхагавад-гите сказано, что материальная природа всегда действует под надзором Верховной Личности Бога, Кришны. Происходящее в материальном мире, продолжали веды, враждебно лишь тем, кто не предан тебе. Но у предавшихся тебе душ, которые в полной мере обладают сознанием Кришны, ничто в материальном мире не вызывает страха. Махараджа Прахлада не испугался, когда явился Господь Нарисимхадева, но для его неверующего отца это была встреча с олицетворенной смертью, ибо Господь убил его. Хотя перед безбожниками, подобными Хираньякашипу, Господь Нарисимхадева предстает как сама смерть, он неизменно добр к своим преданным, подобным Прахладе, и всегда приносит им радость. Поэтому чистый преданный не боится ни смерти, ни рождения, ни старости, ни болезней. Спасибо большое. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. В одном из своих стихов Шрипада Шридхара Свами говорит: «О Господь, я живое существо, беспрестанно страдающее в материальном мире. Раздавленное колесом материальной жизни, я сгораю в огне собственных грехов. Но так или иначе, о Господь, я пришел к Тебе, чтобы найти прибежище у Твоих лотосоподобных стоп. Прошу, прими меня и возьми под свою защиту». Шрила Наротама Даса Тхакура в своих молитвах также говорит: «О мой Господь, о сын Махараджи Нанды, о возлюбленной дочери царя Вришабхана, я так много страдал, живя в материальном мире. Теперь я хочу найти прибежище у Твоих лотосоподобных стоп и молю Тебя о милости. Прошу, не прогоняй меня, ибо мне не найти защиты ни у кого другого». Все методы самопознания или познания Бога, кроме бхакти-йоги, преданного служения, чрезвычайно трудны. Поэтому освободиться от материальной скверны, особенно в нынешнюю эпоху, можно только в полной мере развив в себе сознание Кришны и посвятив себя преданному служению. Те же, кто не обладает сознанием Кришны, лишь напрасно тратят время, и у них нет убедительных доказательств того, что они ведут духовную жизнь. Господь Рамачандра сказал: «Я всегда дарую веру и бесстрашие тому, кто целиком веряется мне и твердо решает, что он мой вечный слуга, ибо это мое естественное побуждение». Благодарю. Тапася и Карпура Манджари. Хари Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Господь Кришна тоже говорит в Бхагавад-гите: «Власть материальной природы неодолима, но тот, кто предался мне, непременно освободится из материального плена. Преданные Господа не вступают в споры с непреданными и не стремятся доказать ложность их теорий. Не желая напрасно тратить время, они всегда служат Господу с чистой любовью и преданностью и всегда пребывают в сознании Кришны. О, возлюбленный Господь, продолжали олицетворенные веды. Даже если великие йоги-мистики справятся со слоном своего ума и ураганом своих чувств, они не найдут прибежище у истинного духовного наставника. Они рано или поздно станут жертвами материальной природы. И все их усилия познать себя кажутся напрасными. Те, у кого нет духовного наставника, подобны торговцам, выходящим в море на корабле без капитана. Хари Кришна, передаю слово. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогой Махарадж, дорогие преданные. Своими собственными усилиями нельзя освободиться из теней материальной природы. Необходимо обратиться к истинному духовному наставнику и следовать его указаниям. Только в этом случае можно пересечь океан неведения, океан материальной жизни. Об этом замечательно сказал в одном из своих стихов Шипада Шридхара Свами.
О, всемогущий духовный наставник, представитель духовной личности Бога, только когда мой ум целиком предастся твоим отцеподобным стопам, только тогда, по твоей милости, я смогу преодолеть все препятствия на пути духовной жизни и обрести блаженство. Спасибо большое, передаю слово. Достичь экстатического самадхи, то есть полностью погрузиться в мысли о Верховной Личности Бога, может только тот, кто неустанно служит Господу, а неустанно служить Господу может только тот, кто действует под руководством истинного духовного учителя. Поэтому в Ведах сказано, чтобы познать науку преданного служения, необходимо обратиться к истинному духовному учителю. Истинный духовный учитель – тот, кто владел наукой преданного служения в цепи духовных учителей и учеников. Цепь духовных учителей, хранящих истинную преемственность знаний, называется шротрия. Первый признак, по которому можно узнать истинного духовного наставника в цепи духовных учителей, состоит в том, что он неукоснительно следует методу бхакти-йоги. Иногда люди пренебрегают помощью духовного наставника, пытаются достичь самопознания с помощью мистической йоги. Однако даже великие йоги-мистики, подобные Вишвамитре, часто терпят неудачу. Арджуна сказал в Бхагавад-гите, что обуздать ум так же невероятно трудно, как остановить ураган. Ум иногда сравнивают с бешеным слоном. Передаю слово. Не следуя наставлениям духовного учителя, нельзя быть любым и чувством. Иными словами, тот, кто практикует мистическую йогу, но не обращается к истинному духовному учителю, неминуемо потерпит неудачу. Он только напрасно тратит свое драгоценное время. Согласно ведам, не следуя наставлениям ачари, нельзя обрести совершенное знание. Ачарья ван пурош веда. Тот, кто имеет духовного наставника, знает, что есть что. Абсолютную истину нельзя постичь умозрительным путем. Тот, кто стал совершенным браманом, естественно, отрешается от всего материального. Он не стремится к материальным приобретениям. Обладая духовным знанием, он понимает, что в этом мире ни в чем нет недостатка. Верховная личность Бога дает каждому все необходимое для жизни. Поэтому настоящий браман не стремится к материальному успеху. Он обращается к истинному духовному учителю и неукоснительно следует его наставлениям. Духовный учитель должен быть брамаништха. Он должен отказаться от всех видов деятельности и посвятить себя служению Верховной Личности Бога Кришны. Серьезный ученик обращается к такому наставнику со смиренной мольбой. «Мой господин, прими меня своим учеником и обучи меня таким образом, чтобы я мог отвергнуть все прочие методы самопознания и целиком посвятить себя сознанию Кришне, преданному служению». Передаю слово. Преданный, который, следуя наставлениям духовного учителя, слушает Господу с искренней любовью, размышляет так. «О, возлюбленный Господь, Ты источник радости. В Твоем присутствии меркнут все происходящие удовольствия, которые мы находим в обществе, дружбе и любви. Те, кто не ведает о верховном источнике, радости ищут мирских удовольствий, но все они приходящие и иллюзорны. Великий вайшнавский поэт Видьяпати говорит: «О, возлюбленный Господь, общество, дружба, любовь, конечно же, приносят нам какие-то радости, хотя они всего лишь порождение материального ума. Но эти радости не могут оживить мое сердце, которое подобно пустыне». Передаю слово. Чтобы оживить пустыню, нужен океан воды. Можно, конечно, излить на песок и каплю воды, но что она в необъятной пустыне? Так вот так и наши материальные сердца полны бесчисленных желаний, которые нельзя удовлетворить в материальном обществе, дружбе и любви. Мы обретем удовлетворение лишь тогда, когда наши сердца начнут черпать радость из верховного источника радости. Такое духовное удовлетворение можно испытать только в полной мере, развив в себе сознание Кришны и приобщившись к преданному служению. «О Господь!» – продолжали олицетворенные веды. «Ты сад Читананда Виграхам.
Твое тело вечно исполнено знания и блаженства. И поскольку живые существа, твои неотъемлемые частицы, то в своем естественном состоянии они в полной мере осознают тебя. Передаю слово. Тот, кто, находясь в материальном мире, развил в себе сознание Кришны, утрачивает интерес к материальной жизни. Он не стремится обзавестись семьей, чтобы даже в допустимой мере удовлетворять потребности чувств. Иными словами, он не жаждет более мирских удовольствий. Чтобы достичь совершенства, человек должен обрести знания и отрешиться от мира. Но это очень трудно сделать, ведя семейную жизнь. Поэтому люди, обладающие сознанием Кришны, находят прибежище в общении с преданными или в святых местах. Такие люди знают о связи между сверхдушой и индивидуальными живыми существами, не разделяют телесных представлений жизни. Поскольку они в полной мере осознают тебя и всегда носят тебя в своих сердцах, они становятся столь чисты, что любое место, где они бывают, превращается в место паломничества. А вода, которая омывает их стопы, может спасти многих грешников, блуждающих в материальном мире. Благодарю, передаю слово. Арина. Простите, да. Когда безбожный демон, отец Махараджи Прохлады, спросил сына, что из усвоенного в школе запомнилось ему больше всего, Махараджа Прохлада ответил: «Люди, поглощенные материальной жизнью, пребывают в мире приходящих относительных истин, и их всегда гложет тревога. Поэтому для них самое лучшее — выбраться из бездонного колодца семейной жизни и отправиться в лес, чтобы найти прибежище у Верховного Господа. Истинно чистых преданных чествуют как махатм, великих мудрецов, обретших совершенное знание. Они всегда думают о Верховном Господе и его лотосоподобных стопах и таким образом достигают освобождения. Таких преданных Господь наделяет своими непостижимыми энергиями, и тогда они сами несут освобождение своим последователям и преданным. Чистый преданный, обладающий сознанием Кришны, полностью одухотворен, поэтому каждый, кто прикоснется к нему или найдет у него прибежище, тоже наполняется духовной силой. Чистые преданные никогда не гордятся своими материальными достояниями, знатным происхождением, образованием, красотой или богатством. Даже если преданный Господа обладает всеми этими достояниями, он никогда не поддается гордыне. Великие преданные путешествуют по всему миру, переходя из одного святого места в другое. Передаю слово. На пути они встречают много обусловленных душ и спасают их, общаясь с ними и делясь трансцендентным знанием. Обычно они останавливаются в таких местах, как Вриндаван, Матхура, Дварака, Джаганнатха, Пури или Навадвипа, где собираются только преданные. Общаясь друг с другом, они продолжают совершенствоваться. Чтобы дать каждому возможность встретиться с людьми, обладающими сознанием Кришны, великие преданные открывают храмы и ашрамы, где собираются те, кто предан Кришне. Общаясь с ними, люди могут постепенно обрести сознание Кришны. В обычной же семейной жизни, лишенной сознания Кришны, это невозможно. «О возлюбленный Господь!» — продолжали олицетворенные веды. Есть две категории трансценденталистов — имперсоналисты и персоналисты. Имперсоналисты убеждены, что материальный мир иллюзорен, реально только абсолютная истина. Персоналисты, однако, считают, что хотя материальный мир существует временно, он отнюдь не иллюзорен, он реален. И те, и другие трансценденталисты приводят различные доводы, чтобы обосновать свою философию. В действительности материальный мир одновременно и реален, и нереален. Он реален, потому что изошел от верховной абсолютной истины. И он нереален, потому что существует временно. Он создается, а затем подвергается разрушению. Поэтому материальный мир изменчив и непостоянен. Передаю слово. Те, кто провозглашает материальный мир ложным, обычно узнают по изречению «Брахма Сатьям Джаган Митхья». Они утверждают, что все в материальном мире создается из материи. Так из глины делают сосуды, блюда и чаши. После того, как они разобьются и опять станут глиной, из нее можно изготовить много новых изделий. Но в любом случае прежние изделия продолжают существовать в виде глины. Разбитый глиняный кувшин может затем стать чашей или блюдом, но в форме блюда ли, чаши или сосуда сама глина продолжает существовать. Поэтому формы сосуда, чаши или блюда ложны, но их существование в виде глины реально.
Так утверждают имперсоналисты. Материальный космос, безусловно, исходит от абсолютной истины, но он недолговечен, а значит ложен. Абсолютная же истина, считают имперсоналисты, существует всегда, поэтому только она реальна. Однако, по мнению других трансценденталистов, материальный мир, исходящий из абсолютной истины, тоже реален. Философы-имперсоналисты доказывают, что это не так, поскольку иногда душа производит материю, а иногда материя производит душу. Они приводят такой довод: хотя коровий навоз – мертвая материя, иногда из навоза выползают скорпионы. С другой стороны, живой организм отторгает ногти и волосы, то есть мертвую материю. Поэтому произведенная вещь не всегда обладает качествами той вещи, которая ее произвела. Опираясь на этот довод, Майявади заключает, что хотя материальный космос, безусловно, исходит от абсолютной истины, отсюда еще не следует, что он содержит в себе истину. По их логике, абсолютную истину Брахмана следует считать истиной, тогда как материальный космос, порожденный абсолютной истиной, нельзя принимать как истину. Спасибо большое. Однако в Бхагавад-гите сказано, что воззрение философов в Майявади – это воззрение асуров, то есть демонов. В Бхагавад-гите Господь говорит: асуры утверждают, что этот мир нереален, что он возник из материи, что Бога, им управляющего, не существует. Однако это не так. Из 7 главы Бхагавад-гиты мы узнаем, что 5 грубых элементов – земля, вода, огонь, воздух, эфир – и тонкие элементы – ум, разум и ложное эго – это 8 отделенных энергий Господа, Верховного Господа. Кроме ниши, материальной энергии есть еще духовная энергия – живые существа. Живые существа – это высшая энергия Господа. Весь материальный космос представляет собой соединение низших и высших энергий, источниках которых является Верховная Личность Бога. У Верховного Господа много различных энергий. Это подтверждается в Ведах. Трансцендентная энергия Господа многообразная. И поскольку эти ложные энергии исходят от Господа, они не могут быть ложными. Господь вечен, и Его энергии тоже вечны. Некоторые Его энергии могут время от времени появляться, появляется и исчезает, но это не значит, что они ложны. Разгневанный человек ведет себя не так, как обычно, но то, что гнев появляется и исчезает, не означает, что энергии гнева ложны. Вайшнавские философы не принимают утверждение философа Майявади о том, что материальный мир ложен. Хари Кришна, передаю слово. Хари Кришна. Господь сам подтверждает, что воззрение, согласно которому у материального мира нет высшей источника, что Бога не существует, и что все возникает из мира, это воззрение асуров. Философы Майявади иногда пользуются примером со змею-веревкой. В вечерних сумерках свернутую веревку можно по незнанию принять за змею. Но это отнюдь не означает, что веревка или змея ложны. Поэтому пример, с помощью которого Майявади пытается доказать ложность материального мира, неубедителен. Когда вещь, которая воспринимается как реально существующая, в действительности не существует, ее называют ложной. Но если нечто по ошибке принимается за нечто действительно существующее, это не означает, что оно является ложным. Философы Вайшнав приводят более убедительный пример. Сравнивают материальный мир с глиняным сосудом. Когда мы смотрим на глиняный сосуд, сосуд он не исчезает у нас на глазах и не превращается во что-либо другое. Возможно, что он недолговечен, но мы пользуемся им, чтобы носить воду, и продолжаем воспринимать его как глиняный сосуд. Хотя глиняный сосуд не вечен, отличается от глины, из которой он сделан, мы не можем сказать, что он ложен. Отсюда следует, что глина, сосуд и сама глина – истины, ибо одно является порождением другого. Из Бхагавады мы узнаем, что после разрушения Вселенной материальная энергия погружается в Верховную Личность Бога. Верховный Господь и Его разнообразные энергии существуют вечно. Поскольку материальный мир исходит от Господа, нельзя сказать, что этот мир – порождение пустоты.
Кришна не пустота, у него есть тело, каждое имя вещи, которым он пользуется, и окружение. Поэтому Кришна не безличностен, изначальный источник всего сущего, не пустота и нечто безличное. Он верховная личность Бога. Демоны могут говорить, что материальный мир Анишвара не имеет властителя, то есть Бога, но такие доводы не обоснованы. Хари Кришна передает слово. Философы Майвади говорят, что живое существо порождает неживую материю, волосы и ногти. Но и этот пример не очень убедителен. Ногти и волосы, безусловно, мертвы, но они падают не с одушевленного живого существа, а с неодушевленного материального тела. Довод, будто скорпион появляется из коровьего навоза, то есть живое существо появляется из материи, также неубедителен. Скорпион, выползающий из коровьего навоза, безусловно, живое существо, но из навоза появляется не само живое существо, а его тело, то есть тело скорпиона. Согласно Бхагавад-гите, искры живых существ помещаются в лоно материальной природы, а затем выходят из него. Материальная природа создает различные тела живых существ, но сами живые существа исходят от Верховного Господа. Передаю слово. Отец и мать облекают обусловленное живое существо в материальное тело. Живое существо переселяется из одного тела в другое, поскольку обладает различными желаниями, которые сохраняются в его тонком теле, состоящем из разума, ума и нужного эго. По воле свыше живое существо помещается в лоно определенного материального тела, и у него формируется такое же тело. Таким образом, душа не возникает из материи. По воле свыше она лишь облачается в определенное тело. Наш нынешний опыт показывает, что материальный мир есть соединение материи и духа. Дух приводит в движение материю. Вечная душа, живое существо и материя – различные энергии Верховного Господа, и так как обе энергии исходят от вечного Верховного Существа, Верховной Истины, они реальны, они ложны. Поскольку живое существо – неотъемлемая частица Всевышнего, его бытие вечно. Поэтому оно не рождается и не умирает. Рождению и смерти подвержено только материальное тело. Ведический афоризм «Сарвам Халф Идам Брама» означает, что обе энергии исходят от Верховного Брамана. Поэтому все сущее не отлично от Брамана. Передаю слово. Есть много различных мнений по поводу существования материального мира, но лучше всех его объясняют философы Вайшнавы. Тут будет уместно вновь вспомнить пример с глиняным сосудом. Сам сосуд может быть недолговечным, но у него есть определенное предназначение. Он предназначен для того, чтобы носить воду. Хотя наше материальное тело бренно, у него тоже есть свое предназначение. Материальный мир создается для того, чтобы дать живому существу возможность переселяться из одного материального тела в другое в соответствии с желаниями, накопленными с незапамятных времен. Человеческое тело выделяется среди других тем, что в нем живое существо обладает развитым сознанием. Иногда философ Майвади приводит такой довод: если материальный мир не является ложным, то почему семейным людям рекомендуется порвать мирские узы и принять саньясу? Однако философы Вайшнава придерживаются другого взгляда на саньясу. Прекращать мирские дела не надо, не потому, что мир ложен. Вайшнавы принимают саньясу для того, чтобы использовать вещи в соответствии с их изначальным предназначением. Передаю слово. Шрила Рупа Госвами дал трансценденталистам два наставления о том, как нужно относиться к материальному миру. Вайшнав отказывается от мирской жизни и принимает саньясу не потому, что думает, будто мир ложен. Он делает это для того, чтобы использовать все в служении Господу. Шрила Рупа Госвами дает такое наставление. Необходимо освободиться от привязанности к материальному миру, поскольку такая привязанность бессмысленна. Весь материальный мир – все мироздание принадлежит Богу Кришне, поэтому преданный должен использовать все в служении Кришне и не испытывать привязанности ни к чему материальному. Такова цель, ради которой вайшнавы принимают саньясу. Материалист
привязан к этому миру, поскольку ищет наслаждений. В отличие от него, саньяси вайшнав не стремится удовлетворить потребности своих чувств, но искусно обращает все на служение Господу. Во втором наставлении Шрила Рупа Госвами с осуждением отзывается о саньяси Майяваде. Майяваде не знают, что все можно использовать в служении Господу, поэтому они считают материальный мир ложным и ошибочно полагают, будто сами свободны от материальной скверны. Поскольку все сущее создается энергиями Верховного Господа, все так же реально, как и сам Верховный Господь. Передаю слово. То, что материальный космос существует лишь временно, не означает, что он ложен или что ложен его источник. Поскольку источник материального мира реален, реален и сам материальный мир, нужно только знать его предназначение. Здесь можно вновь привести пример с глиняным сосудом. Сосуд, сделанный из глины, недолговечен, но если его использовать для надлежащих целей, он не будет ложным. Философы вайшнавы знают, как использовать временный материальный мир, подобно тому, как человек в здравом уме знает, как использовать недолговечный глиняный сосуд. Когда сосуд используют не по назначению, он ложен. Как ложное человеческое тело и материальный мир, когда не используются для удовлетворения потребностей чувств. Если же человеческое тело и материальный мир используются в служении Верховной Личности Бога, их деятельность не может быть ложной. Поэтому в Бхагавад-гите сказано, что если мы даже в незначительной степени используем свое материальное тело или материальный мир в служении Господу, мы сможем избежать величайшей опасности. Ни высшая, ни низшая энергия, исходящая от Верховной Личности Бога, не является ложной, если используется по назначению. Передаю слово. Хари Кришна. Давайте, наверное, уже перейдем к обсуждению. Хари Кришна, большое спасибо. Мне вот запомнилось, что время — это олицетворённое. Когда Господь хмурится, время проявляется. Это таким образом разрушает все. И то, что Шрила Прабхупада опровергает философов Майявади, что материальный мир ложен на различных примерах, на примерах глиняного сосуда, на примере веревки и змеи. Да, и то, что философы Майявади хотят, допустим, и вот такие примеры, что навоз, хотя он мертвая материя, оттуда рождаются там живые существа или живое существо, допустим, ногти, то есть живое существо может порождать, допустим, ногти и волосы. Ну, такие различные примеры Шрила Прабхупада опровергает. Но и Кришна сам говорит, что это вот это мировоззрение, это мировоззрение асуры, поэтому надо избегать их. И также запомнилось то, что очень важно, не то, что важно, это необходимо для нас принять, встретить истинного духовного учителя, принять его наставление, исследовать наставление духовного учителя со слов этого Шридхара Свами, который был комментатором Шримад Бхагаватам. Спасибо большое. Спасибо. Так, Карина. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, мои поклоны. Спасибо за очередной нектар, нектарный день чтения. Но мне тоже запомнилось, что без духовного учителя невозможно достичь совершенства. Вот, тут такая была фраза очень классная. Те, у кого нет духовного наставника, подобны торговцам, выходящим в море без капитана. Что духовный учитель — это капитан, который говорит нам лево руля, право руля, что делать, что не делать. Мы можем многих вещей не видеть, не знать, вот, но они
знают, как что. А вот нам просто надо выполнять наставления, даже когда мы иногда что-то своим крошечным мозгом недопонимаем. Вот, и когда потом все откроется. Вот, потом еще вот записалась, достичь самадхи может тот, кто действует под руководством духовного учителя. Вот, вот что это настолько важно, ну, духовный учитель, его руководство. Вот. Потом еще запомнилось, что вот, ну, записалась Раманчандра. Он говорит, что я дарую веру и бесстрашие. Тот, кто вручает себя ему. А Кришна также говорит, тот, кто предался ему, тот выходит из-под влияния гун. Поэтому вот, ну, важно предаться Кришне, духовному учителю. Тогда вот мы обретем счастье, удовлетворение. И вот еще вот все записала. Мы обретем удовлетворение лишь тогда, когда наши сердца начнут черпать радость из верховного источника радости, вот, из Кришны. Вот, и такое удовлетворение можно развить в себе, ну, можно получить в полной мере, развив в себе сознание Кришны и приобщившись к преданному служению. Вот, если вот, ну, удовлетворение мы истинное, окончательное, духовное обретем, если вот, если вот мы разовьем себе сознание Кришны и будем заниматься преданным служением по милости духовного учителя. Вот такие моменты сегодня выделила. Вот, и, ну, историю Санкиртана могу рассказать. Вот вчера тоже какой-то дождь, град начался прям вообще. Я поехала, у меня был план поехать на восстание, потому что мне там по пути надо было посылку тоже с книгами через Авито отправить. Думаю, потом как раз на автобусе до восстания, все нормально. Вот, но в процессе, ну, посылку отправила, начался какой-то немножко дождик. Думаю, ну ладно, пока поеду, дождь закончится. Посмотрела по прогнозу, там все изменилось. Думаю, дожди какие-то, думаю, что-то не тема, думаю, ладно. Ну, уже села на автобус, еду, и град такой прям мощный пошел. Думаю, ну, тут все книги замочат, все, надо менять местоположение. Думаю, Кришна, у тебя другой план. Не как у меня, видимо, задуман. Хорошо. Вот, ну, как раз там была остановка, где метро можно выскочить было, быстро зайти, и вот на метро уже доехала до Синой, где там у нас есть торговый комплекс, Пик, там, где крыша, можно спокойно распространять. Вот, и так вот получилось, что, ну, вот, ну, туда приехала, и сразу просто книги, они, ну, ну, как будто Кришна вот специально сделал, там людей тех поставил, кому надо было под крышей книги раздать. Запомнилось, вот сразу же подошла там женщина, стояла, два сына у нее и муж. Вот, и я говорю, ну вот веды, она такая сразу взяла книгу в руки, начала что-то смотреть, я говорю, ну вот от стресса избавляет, самосознание, о душе, и муж такой что-то там начал ворчать. Ну да, конечно, избавит СВО, такая, ну, как бы, ну, такая, ну, говорю, ну, разные моменты, говорю, ну, действительно помогает. Думаю, не надо с ним спорить, он такой как-то раздражительно. Ну, говорю, ну, обращаюсь к женщине, говорю, ну, просто почитайте, они очень классные, вы, наверное, слышали про веды. Он говорит, да-да-да. Говорит, да, я вам пожертвую. Вот, и она такая дает 500 рублей, ну, я такая даю ей веды, думаю, ну, вот, а вот это, говорю, для детей еще один шанс, говорю, дети всегда про смерть любят спрашивать, кем они родятся там в следующей жизни. Тут, ну, говорю, очень классно, и для детей, для взрослых. Она такая прям счастливая. Говорит, ой, да-да, спасибо. А муж как раз отошел куда-то, после смотрит, он берет. Такая, ну что, будешь читать, что ли? Говорит, да, буду. И дети такие схватили там еще один шанс. И мы тоже. Вот, ну, в общем, он сдался. Вот, потом, ну, как-то так, книги быстро взлетались, особой истории так не запомнила. Помню, что Бхагавадгиту, там парень философию увлекался, я ему показала, рассказала, как обычно, там, про контроль чувств, там, лошадей показала. Он такой, о, говорит, да, супер, беру. Ну, вот, тоже пожертвовал там. Вот, там девушка была, знает про Кришну и читала первый том Кришна Бук. Я говорю, а второй читали? Я говорю, а что есть второй? Я говорю, вот второй, да. Ну, в общем, тоже вдохновилась, взяла. Вот, а потом еще были, ну, мужчина, женщина, читай, они там шли. И я такая им говорю, для вас книги. Да, мы уже все знаем, все читали.
говорю, серьезно, но для всех знающих тогда у меня есть... А, мы типа на санскрите вообще читаем, там что-то выпендрились. Я говорю, ну, прям классно, молодцы. Вот. Я говорю, ну, тогда теперь давайте на бенгале. Вот, говорю, у меня песенник для вас есть. Тут на бенгале молитвы. Он такой, а, такой у нас нету, хорошо. В общем, взяли, пожертвовали, пошли. Вот, еще такая тоже история рассказала Матаджи Эльвира, тоже на Санкиртану с нами ходит все время. Вот, и она такую классную историю рассказала, говорит, и подошла к мужчине, и он там, ну, такой сначала говорит, нет, у меня денег нет. Говорит, а это что, кришнаит, что ли? Он говорит, ну да, типа, ну, книги кришнаит. Он говорит, я помню, говорит, у меня там в молодости, говорит, был друг, ну, такой хороший парень сначала, потом кришнаитом стал, я его как-то увидел, он там, ну, пел там что-то, ходил, говорит, и я ему такой говорю, Димка, ты такой был хороший парень, что случилось-то у тебя, что ты к ним подался, типа, а он ему такой отвечает, да все хорошо теперь, говорит, и он ему такой сказал, что погоня, ты знаешь, говорит, погоня за деньгами, работа, машина, тебе, ну, как бы это все не поможет стать счастливым, а вот это, говорит, мне помогает стать счастливым, и говорит, ну, я это осознал, вот, и тот такой потом вздохнул, говорит, ну, и Эльвира такая говорит, ну, и как, что, и он такой вздохнул, говорит, да, говорит, 15 лет прошло с того момента, действительно, деньги, квартира, женщины, говорит, ну, счастья никакого не принесли, говорит, я его теперь, ну, его слова понял, вот, и такое что-то, он говорит, ну, я читал Бхагавад-гиту, он мне тогда давал, говорит, хорошая, говорит, вообще книга, вот, и вот он там вдохновился, в общем, у нее там еще тоже несколько книг взял, вот, пожертвовал, вот, она его на программу пригласила, вот, в общем, встретил такую реализованную личность, которая, ну, разочаровался, наконец-таки, в этих всех вещах, вот, благодаря преданному, вот эти слова, он 15 лет ведь помнил эти слова, что ему это счастье не принесет, и вот прям пришло такое тоже осознание, приятно такие истории тоже слышать, когда люди, они осознают эти моменты, вот. Так вот. Хари Кришна, дорогой Махарадж, преданные поклоны. Спасибо за нектар Санкиртана. Мы сегодня тоже начали распространять комплектики в городе Пелебей. Тут в основном живут мамы преданных, то есть сами преданные где-то в других городах. Мама Кешава Кришны, мама Юга Дхармы, мама Нарисимха Прасада. Нарисимха Прасад сейчас здесь нам готовит сегодня. Он в 90-е годы был поваром в Петербурге. Потом он уезжал в Бельгию. 10 лет в Бельгии работал в ресторане. Сейчас вот приехал о маме заботиться. Мама уже старенькая. И вот сегодня нам готовит Прасад. Мы начали сегодня с кирпичного завода. Директор был в философском настроении. Минут 20 мы с ним общались. Он в основном про нас расспрашивал, не про книги. Книги он положил на стол так, ну, ближе к себе положил. То есть было видно, что он, в принципе, может взять. Когда они так далеко кладут книги, это значит, что, скорее всего, они не возьмут их. Просто хотят поболтать. А когда поближе к себе, это значит, что могут взять. И он минут 20 задавал вопросы. Все ему было интересно. И что это мы занимаемся? И что нас подтолкнуло? И вообще, как мы до такой жизни дошли? Ну, минут 20 пообщались. Так, ладно, он полез в сумку, там достал пожертвовал, хорошо. Взял комплект. Остальные директора были не готовы, хотя сегодня мы везде нас пропускали, даже в такие крупные предприятия, которые обычно не пускают. Попадали мы к директорам, общались с ними, но не готовы были. Остальные пока первый комплект у нас взяли. Вот.
Так что помолитесь, чтобы побольше нам искренних душ тут встретилось. Спасибо. Завтра у нас среда. Да? Мы в это же время сможем, да? Ну, Махарадж, дорогой, я, скорее всего, 2 дня не смогу участвовать в чтениях, ну, в полном объеме. К нам приезжает Бхактинанта Кришна Госвами Махарадж, попросили служить на кухне. Поэтому я, скорее всего, не смогу. Вот. Я завтра смогу в 10, вот, но в четверг тогда надо, чтобы где-то с 11, потому что я буду в храме. Хорошо. Значит, завтра в 10. Четверг тогда в 11. Хорошо. Спасибо. Грандарачи Мадбхагаватам Киджай. Шрила Прабхупада Киджай. Вся слава собравшимся преданным.